Обороты. Диванович. Передача в центр. Черняк. Удар поворотом. И 1-0. Счет становится. Открывает счет с Солигорчане. Скавыш обыгрывал защитников. То сейчас Черняк очень здорово пробил. Смотри, что не такой уж и не берущийся удар. Но опять же, газон мокрый, мяч скользкий. Здесь это тоже играет большую роль. Но, в принципе, удар хороший. С другой стороны, что очень сильный удар нужен был Черняку для того, чтобы забить. И он это и сделал. И ауч без креатива. Заточенные под определенные схемы, под определенные наигранные схемы. У нас 2-0. Счет становится. Плака отличается, на щитнике, и удар получился не очень сильным. Что же там произошло? Пробивал, да? Там с линии вратарской, даже дальше немножечко. То ли Панси, то ли Макась, непонятно. И 2-0. Вот здесь будет нам видно. Панси, да, не выпрыгнул совсем Юрий. Ну, а Плака делает счет 2-0. 58-я минута. Дима Билан, я знаю точно, невозможное возможно. Да, не будем говорить о том, что все закончится. Прямо сейчас удар 3-0. Артем, я думаю, что тебе нужно сыграть в определенную игру сегодня обязательно. Ну, удар здесь действительно классный получился. Это дубль Черняка. Смотрим еще раз. Хороший удар, да, внешний, в дальний, по уходящей траектории. И сложновато было здесь Садовскому мяч достать.